30 октября, Ялта. Хожу тут, маслы ищу для собак. Масолки. Масолочки. Карп живой. 300 ре. Жабрами, смотрите. Дышит еще парень. 400 ре барабулька. Удивительно дешево как. Может маленький, из этого окунек 180. Сюда 400 ре. Камбала черноморская. 1000. Горбыль свежий 800. Кефаль 300. Лобань 400. Ну что, взял я собакам, короче. Индейку взял. Карасик 130. Видите, карасик. Сельдь малосольная 290. А вчера в магазине видел 350 уже селедочка. С индюшки нашел это. Масолки, короче, собака. Поеду сейчас на набережную. С этого. С дворца еду. 249 курицы домашние. Короче, вот на базарах дороже, чем в магазинах. Наверное, здесь натуральное. Все его знают. Уже ничего не поймешь. Где натуральное, где подделка. Откуда ты знаешь, чем она кормит там ее дома. Сигарет себе только взял 4 блока. Здесь на Киевской тоже плитку ложат, что-то делают. Тут пробки такие, вообще жесть полная. Спит котенок. Постоянно здесь живет у полиции рядом. В машинах спит, капот теплый. Улица морская. Теплый денек был. Улица Чехова прямо. Денек теплый был. Сегодня много я погулял, предостаточно. Надо собачек найти срочно. Срочно найти собачек. Листва, видите, от платана. Скоро будем по Пушкинской ходить по листве. Дворники спят. Дворники кукурузу охраняют. По Ялте действительно тяжело. Сложно ходить психологически. Везде запах цыпленка, табака, вот это вот с чесночком. Как даст откуда-нибудь из-за угла. Ты аж чуть в обморок не падаешь от этого запаха. Блогерам плохо быть. Ну вот и набережные, господа. Чайки летают задушевно. Ну что, когда же они сделают? Ну, что-то перестали погоду здесь показывать. Вообще перестали. Забили. Одна только реклама. Забили на все, короче. Народу вообще дофига, короче. Говорил я, нет число. 30 сегодня октября, Ялта. Ну что там с Морицем, посмотреть надо.
Море слегонца волнуется, но это нормально. Шахматы режутся. Люди есть, в общем. Да. Иди сюда быстро. Ты что, захочешь? Розенбаум, по-моему, вышел петь. Все хорошо. Сейчас с рыбаком ехал в троллейбусе. Я говорю, ну что, вчера клевал? Да как всегда, там 5 ставридок поймал. Завтра последний день рыбалки. С 1 ноября запрет на зиму. На зиму до весны. Вот к зиме они посерьезнее как-то относятся. Там таблички вешают, там рыбалка запрещена, там оповещают. А про летнюю ведь нигде ничего никто не слышал. Просто на словах все как-то все странно. Скрипачи, два пацана пришли. Собаки, где что-то собак не видно. Сел. Вода чистая в море. Вода чистяк. Нет такой. Еле уговорил его домой идти. Да как еле уговорил, на поводке домой идет. Неохота ему так рано уходить с набережной, понимаете. Вот, пальмы посадили. Вот эти крайние были, что ли? По-моему, крайние были. Вот видите, две свежие. Эти были, я что-то не замечал. Еще кафе люди есть. Нина сейчас с Толей поговорили.
поздно они, однако, идут, уже темнеет они. Они, в принципе, здесь рядом живут. Им что, пришел, ушел, там далековато. Пойдем, Рыжка, пойдем. Устал, видно, видите, он как медленно идет. Обычно он рвется. Устал, видно, сегодня. В общем, в Ялте движ. В Ялте движ. Музейшн в кафешках играет везде. Хорошо. Ну, сказали, завтра или поздно ночью будет дождь что-то. Вот эти фонари тоже прикольные. Иди сюда, Рыжка. Я что-то раньше их и не замечал. Вы их видите, нет? Прикольные фонарики. Красный, черный, розовая кофта. Осень в Ялте. Рыжик, не хочешь воды попить? А ты? Что ты умничка-то моя золотая? Ой, Рыжик, юморной ты у меня парень. Грязная вода, она травится. Вот тетя Мотя кричит, грязная вода травится. Нельзя эту воду пить? Не знаю, я не пробовал. Время без 26, они уже закрылись. Но они там, но с прилавков уже все поубирали. Идти в магазин долбанный, блядь. Мясорубка, конченая мясорубка. Пошли, пошли. Устал. Да я сам устал, Рыжик. Ну что сделаешь? Потерпи, брателло. Пойдем в другой магазин. С 8:30 до 9 написано. Уже закрыто. Вторая мясорубка. Индюшка есть. Открыта, дорогая. Индюшка. Одни Валбереса. Не Валбереса. Устал, устал. У тети называется магазин, у тети. У тети. Моти. Ну вот, уходили с набережной, светло было. А вот, пока добрались до дома, еще не дошли, уже темно. Гора Магаби, видно ее и с набережной, и отсюда, с Блюхера. Сейчас ехали, он спал. Две остановки он спал. Слышите? Это значит, мы подходим к дому. Тишина, ручеек. Херсонские арбузы продают по 40. Уже глубокая осень, цена взлетела на них. Вот у нас частники продают.